Ты думал, у них моментальная реакция, да, у всех? Ментальная Да. реакция. Там типа мод, я в засвете, нужна помощь, он пишет. Да ладно. Если чат отключен, то просто нужна помощь, видишь. Да. Точно ударил. Ну тут попроще, один коричневый браток. Ломали меня. Ой, хорошо. Это непонятные отскоки, конечно. Даже при Я ничего 2-0 не он бы понимаю, как он так быстро доехал. ранее отыгрался бы. Воу, какой... Прям от души гол был сейчас. Вообще я хотел бы туда поджать, но... У них уже есть 7 Только снизу. резонанс. Че, поедешь? Поехали. Да. Или нет? А, нет. Понял. А, чувак хельтик сделал. Колесики. Батюша. Хоть там зацепка. О, давай туда, фу. Коричневый я смотрю, тоже всегда стреляю. Восемьдесят восстановлено. Можно ехать. Цель понял. Пробитие. Есть оставить цель. Стой. Да, только вместо, блядь. Гусеница восстановлена, можно ехать. Ой-ой-ой, там оторвало. Цель захвачена. Есть оставить цель. Цель захвачена. Это было обидно, блядь. Прощай, обиду, говно. Это уже четвертый шот. Ага. Гусеница восстановлена. Гусеница восстановлена, можно ехать. Фу, земля, грунт. Я не знаю как, но я тебя хочу покинуть. Я себя хочу покинуть тоже. Успехов. Бог в помощь. Броня не пробита, окей. Стримощь. Щи попал.
нас, и тут все плохо. Уже проблема, тачки без сводки не хочет. Там толпа давит какая. Да, ну ты шо. Я даже не знаю, меня аж трясет. И у них у всех головы торчат. И у них у всех хп фул. Что ты будешь с ними делать, а не... Не попадаю. Не пробил. А не попадать не зачем, у меня же самое редкое пушка. Не составит цель. Пробитие. Цель понял. Пробуй со 7 убить, чтобы было куда кайтить. Сейчас. Не составит цель. Пробитие. Не-не-не, у меня поломался рандом. Понял, сори. Поставить цель. Есть пробитие. Танк уничтожен. А, меня пробивает ИСы третья, меня все пробивает. Я не могу попасть. Пуник. Алло, ёпта, ребятки, алло. Есть кто живой? Да, Люня, ты заболел? Да, чё? На сражение заболел. Что вы делаете, урода? Со всеми улыбаемся. А, тогда нормально. Сык. Я тут радуюсь сенату своему. О! Норм так. А чё, он Андрюша куда ушёл? Андрей! Ирина. Блять! Вот говно. Блять, как ты на лысом миссии можешь играть? Просто фу нахуй таким быть. У него терегусли зато клёвые. Полдня, блядь, пулемет. Успокойся. Просто отстой. Просто успокойся. Просто говно. Считай, мы обязаны ехать вниз. Разбить себе лицо. Чирики. Прикольно. Чего? Задолбало постоянно к чирикам кидает. Норм. Это 49 написал? А. Дяди какие злые. Пробитие. Пробитие гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Бабах, тебе лицо откусило. Есть пробитие. Короче, у меня тут такие проблемы, что... Ты там как? Не хочешь? Тебе присоединиться? Ну тут двоечка пацанчиков, два чирика. Ну у меня тут есть тоже пацаны. Броня не пробита.
Давай это, когда они будут давить, да я к тебе присоединюсь. Я тут. Давай махнемся местами. О, у него эти дырки. Пошел в очело. Давай колесо, колесо. Да мы его с альфы. Ну да, мы мужики с тобой. Не хочу под арту ехать. Она сюда 100%. Пускай там немец разбирается. Там есть сотый на горе. Смотри, ФВ сюда смотрит. Дай, дай я отхит чуть-чуть. Блядь. Мрта прямые кидает. О, арта КД. Можно ворваться. А, фуфля. Должен раздать. Аж башка отвыкла. Это пацан на этой ФВ, на ФВшках. В чем смысл? Ну, смысл в том, что занерфили сейчас же. Иди ты вообще, лох. Чё это? Да я яйцу 7. Вот этому тоже пошёл в очило. Откуда он кидает? Отсюда. Вау, кемпер 228. Гусеница восстановлена, можно ехать. Короче, ФВ-хи это и фугас побрили пробитие. На сколько? Короче, сейчас 230. Норм. А, было 270, так нормально рубанули. Во, чмо, на. Капец, подлый. Это 49 сейчас ему даст. Мочело, наверное, да? Не уверен. Ой.
12-2. Как будто. Чем более тяжелый бой по составу, по сетапу, тем более вот такие бои чаще случаются. В нули слитые или выигранные. Струйк постоянно 40-тонит, и поэтому фармит 40 лямов за 48 часов. Что значит 40-тонить? Фармит 40 лямов за 48 часов. Интересное значение термина. Научишь? Я не умею, не знаю. Слабо. Приплетают какие-то достижения, не мною достигнутые. Возвышают. Ну, куда едем? Ну, можно сюдой, можно в город. Значит, нужно. Андрей! Чего? Бой начинается. Будешь плей или нет? А во что вы играете? В игру. Кто? Компьютер. Это, а можно я тебе в ЛД стрельну? Нет. Ну давай. Блин, ну так я не смогу попасть наверняка. У вас. Ну, что есть, то есть. А чё вы стримите? А чё, не я? Ну, а где? Что ты? Где? 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 Неплохо. Попадание. Чё? А, чё скучно. Танчики играешь? Ну да. Воу-воу-воу. Обидно, наверное. Очень обидно ему, я думаю, было сейчас. К табе? Рино! Шо делаешь? А так просто спрашиваю, интересуюсь твоей жизнью. С интонацией разговариваешь? Не. И ты читаешь? Я так говорить.
Всегда. А, ты Барата посмотрел. Кто такой Барат? Не смотрел? Не. Лолка. Лолка? Лолка. Стреляй в тройку, в правую. Блин. Хватило Торана. Корич, опа! Ты чего? А прицел-то с той стороны. Понятно. А мне бульбушки кончились. Не попал в танк я. Цель захвачена. Цель потеряна. Сейчас его бахнет Т-40. Короче, титин. Вообще, во. Неинтересно играть так вообще. Не обижаюсь. Да? Салон! Рамилька. Певер, Певел, Лазерган. Райнар, Нур. На басятах. Ты в английском упражняешься? Не, это неведомый язык. Давай ты прознайся. Два бачата сразу взорвешь. Изи. Сколько 92-й кдш? 47 секунд. Может и не 47, но где-то в этом районе, может чуть больше. Или 50 с чем-то. Ну короче, ты там проверь сам. Раньше вроде 45 было. Ой, да ладно, бачачи сюда не едут. О, они как стали. Блин. Это был прикол. Арта бахать будет или не? Тебе никогда? Будет. Ой, ему ноги поломал. Он ремку заюзал, читер. Стронг. Охренеть. Бычаты в городе. Дядя, ну, совковый.
Пробил. Откуда? А, убьешь этот кал? Нет. Там скинет этот ракет. Да. Ого. А мне кажется ли он, этот Исаак, после этого самого, после этой модели пробиваться проще стал? Ты что, плачешь? Да не, чё, ещё случилось, ебать. Толяк. О, не плачу, не упал. Толяк. Чё? Ты чё, ебанутый? Нет. А ты? Я тоже. Как ты, может, ты ебанутый? Да, ну. Ну, а чё? Чё? Мои полномочия, всё, пожалуй. Опять время завтра в 3-3 дня. Блин, не построили. Обновляй ему. У него не опускается, да, пушечек? Ну, убивай. А, тогда где? У него сейчас может подняться. Самосад. Три секунды. Ебать, смотрел 10 секунд назад, у Страйка было фулл хп. Сейчас смотрю, у него 20 тысяч чем-то. 20 тысяч? Ну это нормально, типа. Ну мне просто орта положила. Положила мне в очело орта и подожгла меня. Своя, что ли? Нет, ты чужая. Не твоя, вот ты бесишься. Sorry, это не та. Люцак, ты чё, ебанутый, так стрелять? Видел, как я бочатика поломал? Да, я вообще не понял, как так. Ты в него не стрелял, но стал побахнуться. Исака, ебать, Люцак! Сейчас своё другана позовёт на бочатике сюда. Ага. Красаврин, красаврин, блядь. Спасибо. Не за что. Это там варенички с мясом были. Нормально зашли, слушай. А, да, всё. Бульончик. Ну, ехайте. О-о-о. Интересно. Как ты не попал в него, тупица? Да это хуй, да там нахуй такая, алё. Слющий, стрики. Ты тут? Что? А сколько там хипе было? У кого-нибудь? Не помню. Здесь ничего не помнишь. Ты хоть помнишь, как тебя зовут? Да. Ты помнишь, как тебя зовут? Он тупой.
смысле, потому что делает у нас Е4. Это на дом. Это на дом. Ну, лагало из-за того, что у меня винчестер и оперативка были забиты. Винчестере. Знаем, какие это винчестеры. Скажешь, у тебя, блядь, знаю, автомат, да, дома есть. О, и бачат его крутит, вертит. Нахую. Нет. Ты... это ад! Это просто ад. Бачат его крутит в ад. Это просто ад. Аду. Глупый, глупый. А что происходит? А почему не стреляют? О, стреляют. Русский затащил. Русские не сдаются, на то она и Русь. Какие у них две классные арты. Директор НЛО. Вообще не знаю, здесь нужно пушить по первой. Мне кажется, это они по-моему запушат. Андрей, давай с нами. С нами? Не, я не хочу вот сотку. Не пошлю. У нас, короче, 400. Хрена там рикошетит от Вазехи в небо. Как мне изи пробивает, чтобы я так пробивал и с этой махнений. Пробивай, в чем проблема? Рот, закройся. Ох, пошел, блядь. Нахуй. Рот закрой. Блин. Сори. Значит, торта просто уничтожит. Торта. Цель понял. У вас там есть синие ПТ-пидоры такие вот? Синие. Синих не видел. Синие. Понял? А попадать, не? Попадать?
Они мне хотят уничтожить. Цель захвачена. Есть оставить. Уничтожим. Немножко раньше и все. Просто карта не для меня. Не повезло, бывает. Вот и страйка подожгли. Свечку не поставил в церкви. Когда стоишь, то быстрее тушишься. Обиделся, походу. Тебя давно посылали в сторону хуя, Рина? Видишь? Да не, я не в смысле про тролли. Молчи, значит, тролли. Я типа не видел, что ты зумер, слышишь, на стриме. Ты только горел, ты ехал, а тебе... Вот. Когда стоишь, то ты кушаешься. Да ты что, это кто тебе такую сказал механику? Страйк. Ой, не страйк, сталкер. Красава, Андрей. Гон на другом. На самом деле страйк, я подтверждаю. Мне как бы не с целью пошутить, страйк. Серьезно. Все серьезно, понимаешь? От всей глубины. Люцик, бери танк. Какой? Любой. Ну это слишком сложно. Говорят, что будут плановые тех работы на 7-м сервере. Двадцать пятого сентября. Подожди. Внеплановые технические работы на игровых серверах Ru 2, Ru 6 и Ru 725 сентября с 2 часов до 2:20:40. ПМСК. Ты посмотри, ни одного коричневого. Радость-то какая у тебя зимой. И карта просто. Смак. Пак-мак-мак. Не любят рекомплект выразить. Цель захвачена. Есть отставить. Есть пробитие. Почему меня? Захвачена. Есть отставить цель. Пробитие. Ну что ты хуй? Пробитие. Сам хуй. Ты че обзывал? Урод. Есть пробитие. Цель захвачена. Слышь, мой СТА один. Уничтожен. Только зарядился. Ой, спасибо. Есть попадание. Есть пробитие.
пробитие. Есть пробитие. Уничтожен. Ну шот прям вообще. Пробитие. Прям вообще. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Мы-то с тобой сильные очень, ты так не считаешь? Что? Чё ты говоришь? Тебя плохо слышно. Страйка, видели эти картинки на танковом психологе? Обидели? С розыгрышем Кирилла. Меня обидели? Да. Кирилла разыгрывал. Блять, ну я отписался, конечно, там же пидорас какой-то сидит, блять. Макс Руденко, хуесос. Зачем мне в его группе находиться? Из-за того, что он писюн нарисовал на розыгрыше? Ну вообще, он там хейтит жестко Нави. Нахера мне, блять, состоять в группе хуесоса, который нас хейтит с нихуя? Так притом не просто шутку. Хейтит аргумент... Нет, не бывает хейтерства, блять, в шутку. Бывают шутки, а бывает хейтерство. Бывает, блядь, типа, наша фотка и надпись. Типа, басы себе ебало, если болеешь за этих уебанов. А бывает шутка, блядь. Ну, с конкурсами картинки были прикольные, кроме писюна. Там, где он голову Нура держит, типа, руками. Да, или там, или там, где у Кирилла вместо головы танк, а он голову свою держит в руках. Нормально, когда не перебарщиваете, когда ты сначала хуету выкладываешь, потом что-то, может быть, прикольное выкладываешь, это уже не воспринимается как прикольное. Потому что ты хуесос, а то, что делает хуесос, не может восприниматься нормальным. В смысле? Я тут при чём? User joined your channel. Просто макнули тоже. В какашку тебя, Андрей. Блядь, ну я... Хуесос ты теперь. Так какой рикошет, ну дядя, прекращай. И прикинь, удалили картинку там, где с писюном. Типа они просто убрали писюн, оставили белое. Нет еще. Ой. Коля зашел втихаря и ни с кем не поздоровался. Я потому что грубиян и невоспитанный урод. Болеешь? И болею тоже. Чем? Простудой. У кого окружение?
Когда? Люцик, смотри, у тебя спина белая. Ну так спину, когда ты мне почешешь? Ну я тебе могу ее только прикрыть, а не почесать. Давай. Вот, дал пульку. Канул пульку. Походу, походу проблема. Установлено, можно ехать. Давай, убивай. Охренеть, я сейчас с тобой. Сможешь уехать? У нас еще один бачат есть, подожди, подожди. Все, ЭКД. Давай, бачатик, давай. Лёгушатник едет. Конец. Или нет? Или нет? А что ты мышь не убиваешь, он один? Пробитие. Он не один. Сейчас один. Видишь, Е100 за ним стоит, на меня смотрит. Нет, до этого не выходил, я на каток, он тебя не прострелил. Е100 меня мог прострелить. Через маус? Да. Все, все нормально. Колесики, колесики, маусу. Броня не пробита. Пробитие. И стоп. Это ж пулька была или нет? Нет. Я не знаю, куда у меня улетела пулька моя. Первая. А, у меня 3 пульки грузится. Кстати, там где стоп, прикольно так прочитал, сколько пуль допускает. Ой, я буду ржать, если пройдет два. Нет, прошло. И 50 на горе. Меня модеры в чате у Страйка забанили. Писюны выкладывал? Нет. Как разбанить? Да не надо его разбанить. Почему? Да потому что ты охуел чересчур в последнее время. Ты меня забанил? Нет, я. Не, я не обижался. Ну, Рина охуел, это факт. В смысле? Это явно обиделся. Блять. Чувак, я не обиделся ни на кого, но просто Рина что-то прихуел в последнее время. В смысле, я всегда такой. Да ну. Ну. Я с тобой не первый день общаюсь. Я не понимаю тебя. Реально? Замешательство. Не, ну если тебя забанили, то не просто ж так. Что ты там писал? В чатике. Ничего. Ничего? И забанили. Письку кинул маленькую такую, знаешь.
на три символа. А вот и узнали, кто забанил. Опа. А он еще написал про меня гадости, Коля. Рино Урино, а я написал Коля Хуёля. И мне дали бан. Причем его сообщение осталось. Типа он задоминировал в чате. А мое удалили. Вот, блядь, я не знаю. Что теперь делать? Будешь? Я считаю, это... нарушением твоих прав. Моральных прав моих украинцев. Понимаешь, что, блядь? Два народа, они всегда дружили. Слышь, можешь? Но из-за этого... Три пульки съеду. Я не понимаю это. Дядя прям ни в какую от меня не отстает. Там меня разбанили, класс. Там бачат, смотри, может в жопу тебе настрелять. Не, я боюсь. Он встречи. Стреляет в хэвика. Труп? Что? Что труп? Я только что какой-то шот в труп дал, которого там нет. Лорейн на гору поднялся. Это из-за тренировки сегодняшней? Походу да. Блин, я-то ничего не делал. Такого. О, коричневая собачка. Ой, у меня тут позиция. Кал? Не особо. Ну там здесь еще третий оказался. Ты мужик порви. Точнее, вот там еще и пятый. Мне пульнет столько. Подумаешь вообще. И вот эта вот мелкая хрень подсвечивает самый неподходящий момент. Смотри, 263 что делает. Кое-что. Да, я хочу, чтобы ты его нагибал, да. Есть пробитие. Попадание. Пробитие. Он на меня. Фух. Как мне повезло с коричневым уродом. Ой, уничтожен. Где? Там просит название стрима поменять у Страйка. С какого хрена? Не знаю. А какое название? Не знаю, просто написал пацан. Смотри. Люся все дело. Что дело? Люся все дело. Посидела. Все дело. Седлемус? Все деда. Посидела. Что ты несешь? Коля, ты заболезни. Это из-за болезни? Где он там стреляет? А, его убили. Ну чё они всех убивают? Ай. Нет.
Дойдет у него альфа или нет? Да он бы не успел вернуть что-то такой тормоз. Все, кальпулит, я все равно не зарядился. Ну а мог бы. Там. Что-то не то. Короче, ладно, я все. Ты все? Да. О, то и я все. Все, всем спасибо, все подписывайтесь на все. Муха повторюха. Я все, все, подписывайтесь на у меня на все, и у Люцика на все, мы у все. Кидайте все свои деньги. Не, кстати, я могу чуть на вопрос поотвечать, пока тут натикает до следующей рекламы. Корыстный. В шоке просто. У меня 60. А ты сегодня 3 полоски получил? Да я от первого же боя получил 3 полоски. А там потому что порог... Да потому что сделали по-нормальному. Так невозможно было получить практически. Чтобы получить в прошлом патче 3 полоски, нужно было играть, не знаю, на каком-нибудь 110 на 5500 среднего урона. Трек, ты правда уходишь из вот? Без комментариев. Это его выбор, вы должны уважать. Не ваше дело, да? Хули так мало? Потому что игра такая, и нам запретили. Единственное, что доставляло фанчик, это хейтить Wargaming. Теперь все. Теперь уныние, скука и все дела. Так, ладно, все. Отвечал на вопросы, всем пока. Красава. До связи. От души.